чудом урвали вот такие вот наушники. Чистый оригинал. Вообще не стоит 12 тысяч, но мы взяли за 900 рублей. Да? Да. У них, значит, здесь Bluetooth. От провода они еще работают. Они не давят на уши, да? Так как твои. И не сильно большие. На, распаковывай. Оригинальная упаковочка. Давай. И барабанная дробь. Новые Кирыны наушники, которые она постарается не поломать хотя бы. Да? Прям оригинал. Блэк. Это мне давайте мусор. Жить. Ну прям вообще. Наверное, еще и номер бьется, да? Я тебе помогу. Достаточно хорошо упакованы. Что у нас здесь? Здесь у нас инструкция и кабель для зарядки. Фирменная упаковка. Держи наушники. Так, подождите. Я сорвался пакетик. Я вижу. Специально разрезали так. Дайте я их осмотрю для начала. Для начала осмотрю. Поэтому... Ничего себе. Это прям оригинал. Здесь прям написано, что это Marshall. И оно не выпирает, как на подделках. Да? Да. Здесь, возможно, даже LED работает. Здесь даже кнопки нет вот этой вот поддельной, которая... Ой, что-то оно тут завернулось. Да. Короче, этой поддельной кнопки здесь нету. Так, вот я что-то не пойму. Это у нас R. Это у нас L. Тут надо запихнуть. Что-то не до конца запихнули на производстве. Какие же они мягенькие. L, R. Все правильно подписано. Они должны складываться вовнутрь. Я так подозреваю, что они... Складываются, наверное, один раз. Нет, все нормально складывается. Постарайтесь не поломать крепление. Хорошо? Угу. Угу. Так. Надо законнектить их. Давай свой телефончик. Телефончик? Сейчас мы их законнектим, и Кира проверит. Ничего себе, они у тебя светятся. А ну-ка, повернитесь. Разными цветами. Вам как слышно? Нормально? Громкости прибавьте. Вау, зеленые теперь. Ну чё? Хорошо. Будешь всегда в наушниках слушать? Да. Молодец. Единственное, что мне не нравится, это то, что... А, нет, все нормально. Здесь есть кабель, куда вставлять джек. Вот он, оригинал. Ссылка будет в описании, да? Да. Говори всем пока-пока. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.